Вооруженные силы Сербии на границе с Косовом приведены в полную боевую готовность по приказу президента Александра Вучича на фоне обострения ситуации в регионе. Об этом сообщил министр обороны страны Милош Вучевич, который накануне проинспектировал позиции своих военнослужащих. Как заявляют в Белграде, такие меры приняты для защиты сербского народа в Косове. «Хочу сообщить вам, что мы действительно находимся в сложной ситуации, но мы приложим все усилия, мы сделаем все, чтобы сохранить мир и стабильность. Мы будем защищать наш народ на севере Косово и Метохии». После вооружения албанцев и после повышения уровня их боеготовности, я предприму все необходимые меры для защиты нашего народа, для защиты Сербии. Сербская военная техника прибыла к административной границе с Косово в понедельник в условиях высокой напряженности после инцидента со стрельбой накануне в Зубинпотоке, в городе, где последние две недели местные этнические сербы устраивали дорожные баррикады. Миротворцы под руководством НАТО в Косове заявили, что расследуют обстоятельства произошедшего. Ранее, по сообщениям сербских СМИ, власти Косово привели в полную боевую готовность свои вооруженные силы, готовясь к операции по демонтажу баррикад. В воскресенье послы Великобритании, Германии, Италии, США и Франции потребовали от президента Сербии добиться разбора баррикад, пригрозив, что в противном случае не помешают попыткам самостоятельно разобраться с ситуацией премьеру Косово Альбину Курти.